близятся самые долгожданные и всеми обожаемые праздники. Трендес, Валентинов день, 7 апреля и 8 марта. Поэтому мы, Конфетти Беллина, пополнили свой ассортимент новыми композициями. Мы все знаем, что на Валентинов день принято дарить шоколад, чтобы подсластить жизнь. Обратите внимание на эту композицию. Здесь все присутствует. Сердечки. Это признание в любви, цветовая гамма, вестник о приближающейся весне и, конечно же, шоколад. Что может лучше быть, чем любящих друг друга два голубка? Причем они тоже из шоколада. По случаю праздника Трендес у нас уже есть готовые композиции, которые соответствуют всем традициям этого праздника. У нас есть весенние композиции. Эти цветочки напоминают подснежники, первую любовь, весну. Также хотим вам напомнить, что наши изделия обладают уникальным запахом. Для мам, бабушек и женщин у нас имеются отдельные подарки. Посмотрите на этот потрясающий ромашковый букет. Напоминание, что жизнь прекрасна и сладка. В самом конце я хочу вам представить композицию Северного проспекта. Ее я комментировать не буду. Смотрите и наслаждайтесь. И не забывайте, что мы, Конфетти Беллина, работаем без выходных под заказ на любой вкус и случай. Стараемся угодить всем слоям населения. И наши изделия представлены итальянским брендом Беллина. И только у нас такие красивые, нежные композиции для лучшей половины человечества. С любовью ждем вас на Пушкина 15А, рядом с Северным проспектом. Ваши оригинальные подарки ждут вас только у нас, в Конфетти Беллина.